Я решила заснять территорию отеля Tea Heights. Начну с территории главного корпуса, где проходят концерты, шоу, анимация. Значит, ну вот этот самый главный большой бассейн, к сожалению, он холодный в декабре. Сегодня здесь, смотрите, какая выставка продажи ковров. Очень красиво. Турецкий, такой турецкий говорю. Красивые коврики. Прям целая картина. Здесь рестораны а-ля карт. Видела, как люди даже вот сюда, не боясь холодной воды, подплывают. И такой бар, бар у бассейна. Красота. Лето. Сегодня ветерок, но очень жарко. Время сейчас около 11 утра. Вот это, я так понимаю, ресторан рыбный. Мы еще не были в а-ля-картах. Сейчас будет музычка. Уже все украшено, вечером очень все светится. И прям по-новогоднему уже празднично. Ну, сейчас пляж. Проходит тоже анимация, боча, волейбол, детский футбол, дартс, боча. Два бара, один там, другой вот здесь. И большой-большой пляж. В принципе, вот она территория. Там маленький детский бассейн, который с теплой водичкой. Thank you.